Губернатор Московского области Андрей Воробьев сообщил о том, что в России стартовал весенний призыв в армию, и отметил, что желающих служить становится больше с каждым годом. Традиционно наибольшее количество призывников, которые пополнят ряды вооруженных сил, из московского региона. Служба в армии – это почетная обязанность. Она многое дает, формирует характер мужчины, учит быть патриотом своей страны. Отрадно, что желающих служить в армии становится больше с каждым годом, написал Воробьев на своей личной странице в социальной сети Instagram. Московская область вошла в тройку регионов лидеров по объемам инвестиций в основной капитал по итогам 2015 года, сообщает Министерство инвестиций и инноваций Московской области. Мы хотели бы доложить о результатах рейтингования нашего региона. В отношении объема инвестиций в основной капитал регион занял третье место после Москвы и Тюмени. Объем инвестиций составил 640 миллиардов рублей. Приводится в сообщении слова министра инвестиций и инноваций Московской области Дениса Буцаева. Первого апреля в кинотеатре «Искра» состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию 65-летия предприятия «Москокс». В нем приняли участие руководители, заслуженные работники и ветераны завода, представители органов местного самоуправления Ленинского района, общественность. Глава района Олег Хромов поблагодарил дружный коллектив и ветеранов завода за самоотверженный труд и вручил награды Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и районные награды лучшим работникам. В Ленинском управлении ЗАГС состоялся семейный праздник честных золотых, бриллиантовых и изумрудных юбиляров супружеской жизни. Все выступающие отметили, что семья – это главная опора в жизни, источник любви, уважения, залог спокойствия и гармонии в обществе. Лишь в крепкой семье возможно воспитать достойное поколение. В торжественной обстановке семейные пары поставили свои подписи в юбилейной памятной книге.